Да, такое утро, просматривается где-то голубое небо сквозь серые тучи. Сегодня вторая неделя на исходе, гололедная неделя. Все время приходится думать, куда же сделать свой пробег, чтобы не завалиться и получить большое удовольствие от большой трассы. Привет, привет! Сегодня мы начинаем около футбольного манежа свой бег. Я думаю, будет интересно. Смотри, ой, аж какая-то радость, несмотря на то, что сплошной лед под ногами. Ты же смотри, парни играют в футбол на траве, на зеленой траве. Класс. Вау. На бережочке у реки. Сколько раз здесь мы с тобой бегали. Классно. Прямо рядышком в воде. Можно даже, ну, если завалюсь. Супер. Вот, подожди. Звонит. Что вам дает бег в чувственном плане? Ага. Ну вот и первый звонок, которые мне будут сегодня задавать как бегущему блогеру. Вопрос был такой: что вам дает в чувственном плане бег? Да, вопрос, конечно, интересный. Да, вопрос, конечно, интересный. Но походу даже сегодняшнего видео ты понимаешь, что ощущение и чувства. И первое — это эмоциональная составляющая. Там все остальные такие преимущества или плюсы бега остаются на втором плане. Первое — это удовольствие. Надо уметь получать хорошее удовольствие от жизни. Многие не умеют, и они не знают, чего же можно получить удовольствие. На всякий случай можно выпить, знаешь что, выпить водки. Оно как бы тогда все в ярком свете, и особо не стоит уже ни о чем задумываться, что-либо искать и что-либо предпринимать. Такая хорошая штука. И вот я тебе скажу, сколько ты видишь таких закоренелых пьяниц. Это столько людей хотят получить удовольствие, но не знают как. И они начинают квасить. Так что... Да. Что-то изумительное. Ты знаешь, что... те ощущения, которые получаешь при беге, они тоже приводят в действие те химические процессы в организме, которые и вызывают секс у человека. Это природа удовольствия, одна химия. Химия. Поэтому это сопоставимые такие вещи, со своей оттенки яркости. Но это
это секс. Да. Да, такие монстрообразные конструкции. Дримленда. О, еще один звонок. Да. Как рассказать человеку о том, что бег — это хорошо. Ну, спасибо и за такой вопрос. Да, такие прикольные деревья. Это кроны сформированы необычным образом. Да. Да, так как же рассказать человеку, что бег — это хорошо? Ну, бери и рассказывай. Я тоже всем рассказываю, говорю: ой, как хорошо мне было. Пробежал туда, пробежал сюда. Единственное, результативность будет не такая, когда ты думаешь: ну, все оделись, бросились. Совершенно нет. Да. А многие на работе потом: да, вот, молодец, хорошо. Поддерживают. Не люблю я этого всего. Да и окружение, когда говорит: какой молодец, как хорошо, это действительно полезно. И они говорят: да. И не каждому, наверное, допустим, бег подходит как увлечение. Многие, когда читают форумы: ну вот, я там бегаю один раз в неделю. Но это значит, его никаким образом его не увлекает. Ему не знаю тогда, зачем он еще один раз бегает, но из каких-то таких технических соображений. Наверное, один раз в неделю там делаю зарядку, один раз бегаю. Типа я вот в тонусе. Поэтому, видишь, некоторых может он просто не увлекать. Вот и баста. О, еще один звонок подоспел. Что бег дает человеку? Да, спасибо. Да, такие вопросы. То, что удовольствие, я уже сказал. То, что вырывает из этих автомобилей и дает физическое здоровье и тонус, наверное, кругом уже всем плешь проели. Спорт — это полезно. А что еще? Но он еще оберегает от многих вещей. Тоже я затрагивал. Бегающий человек не будет, наверное, каким-нибудь алкашом, потому что тогда он не сможет получать удовольствие от бега, потому что он не сможет бегать. Ему, вероятнее всего, придется распрощаться с сигаретами, потому что это тоже две вещи несовместимые. Что еще? К такому человеку тянутся люди. Он такой в обществе необычный, как белая ворона. Говорят: о, он бегает. А вот и еще один вопросец поступил: возможно ли восстановить здоровье с помощью бега? Ну, если не вдаваться в большие рассуждения, с помощью бега можно его восстановить, а можно его наоборот нарушить. Знаешь, ну это же супер. Знаешь, если, допустим, у тебя какие-то сердечные болезни, то надо все с головой начинать, потому что это физическая нагрузка. А если физические нагрузки большие, могут серьезно подорвать
и без того не здоровье, то значит их надо принимать как таблетки, дозировано. Надо смотреть, как ты будешь бегать, в каком темпе, как часто и так далее. Если ты с большим брюшком, конечно, надо попытаться сбросить вес, не прибегая к бегу, сбросить вес до той степени, когда уже можно начинать бежать и не бояться, что ты свои суставы ног выведешь на всю жизнь из действенного состояния. Поэтому читать книги, наверное, не медицинские, а такие спортивные, где все расписано, что и как. Кстати, подожди. Ага, вот еще. С чего стоит начинать? Какие расстояния? Какое время лучше всего? Ага, спасибо. Так, какая-то эта здоровенная собака не дает мне бегать. Продолжать. С чего лучше начинать? Бег. Ну, наверное, лучше его начинать с зарядки. Если ты уже сделал над собой усилие и ежедневно делаешь зарядку хотя бы минут 20, любую, но это должна быть именно зарядка, то это уже хорошее начало для занятий бега. Покупаешь кроссовки беговые, спортивный костюм, ну и начинаешь потихоньку бегать где-нибудь в квартале. Конечно, лучше было бы, если был какой-нибудь парк вдоль улиц. Такая спокойная обстановка. Обширная панорамка открывается на Комсомольское озеро. Ладно, бежим, не будем задерживаться. Остывать нежелательно, сам знаешь. Так завершу. Какие расстояния? Расстояния посильные, но, как правило, люди начинают километров с 3 бегать. Я тоже первое время бегал 3-4 километра. Ничего форсировать не надо. Будешь чувствовать, когда можно чуть-чуть добавлять круг. Медленный совершенно процесс. И самое главное в нем не расстояние, а то удовольствие, которое ты получаешь в процессе бега. Ну и, соответственно, чем больше будет расстояние, чем дольше ты будешь получать удовольствие. Ну и физический компонент тоже будет увеличиваться. Ну, а если ты будешь делать насилие над собой и будешь через силу бежать, ну, наверное, удовольствия никакого, быстро ты это дело завершишь, скажешь, нет, бег это какая-то фигня. Поэтому не удивляйся, если первый год ты будешь бегать 3-4 километра. А в какое время, говоришь, такое, которое тебе более всего подходит по твоему режиму. В неудобное время ты тоже бегать не будешь. Если тебе удобнее утром перед работой, значит, бегай утром перед работой. Но не забывай размяться обязательно в этой ситуации. Если вечером после работы, значит, бегай вечером после работы. Здесь уже особо большую разминку можно и не делать за день. Ты организм и так взбодрил. Но всякие нюансы, которые надо знать, бегая по утрам, по вечерам, найдешь в интернете. Заостряться на эту тему не буду. Гляди, моржеванием не ходишь в проруби заниматься. Вот что мы нашли здесь.
Ну и пробежим по этому затяжному пандусу. Когда-то на заре наших пробегов я это место, когда бегал здесь, назвал горный пробег, горный этап. Красивые, красивые такие башенки. Ну вот видишь, время как летит. Мы уже добежали до парка Горького. Класс! Да, народ гуляет по парку, а мы тоже прибежали, куда хотели. Речка неспешно течет. Знаешь, еще один вопрос поступил мне. Что способно отнять у тебя бег? Ты знаешь, что... Да, такой вопрос важный. Так что же может отнять у меня бег? Ну, наверное... Что-то очень серьезное, потому что если там даже люди повредили ногу или что-то, оно вылечивают и начинают продолжать заниматься любимым делом. Это должно быть что-то очень серьезное. А, это такая хорошая отдушина. Такой хороший, даже нет слов, жизни бег. Это праздник. Но, конечно, праздник. Да, никаким образом от праздника, от того, что тебе нравится, не откажешься отнять. Другой кто-то не отнимет. Так что будем стараться, чтобы мы всегда с тобой бегали. Это здорово, это классно. Почти 2 часа мы с тобой уже бежим. Мое импровизированное интервью завершено на этот раз. Да уже, знаешь, отвечать тяжеловато, много наговорился. Под шапкой уже все кипит. Экипировка сегодня у меня была всего лишь 2 слоя наверх и 1 на низ. Но уже через это время я разогрелся очень здорово. Ну вот. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за вопросы, на которые я сегодня отвечал. Живите ярко. До следующей встречи. Пока.